Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня мы с вами научимся играть песню, которую у меня очень много писали в комментариях, просили разобрать. Конечно же, для вас ее разберу. А песня просто Леры «Светофоры». Кстати, мы уже разбирали одну из ее песен под названием «Лютики». Вот тут подсказочка вышла, обязательно потом посмотри этот разбор. Но сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться играть. И вот так вот она у тебя будет выглядеть. Горячий город задыхается от любви. К светофорам мы где-то в Москву застряли в центре и ждем погоду. Напав нам холод, я жму на кнопку, жду старый лифт, чтобы добраться до твоего 8-го этажа. Мы так хотели влюбиться, но нам хотя бы не подраться. Погнали учиться играть! И вся песня у нас строится на 5 аккордах, которые в одной и той же последовательности будут повторяться от начала до конца. Но для начала первый аккорд, аккорд ДМ, мы зажимаем с вами 4-ю и 3-ю струну на 2-м ладу, а 2-ю струну на 1-м. Далее у нас с вами идет аккорд Е7, мы зажимаем 4-ю струну на 2-м ладу, а 3-ю и 1-ю струну на 2-м. Далее у нас с вами идет аккорд АМ, мы просто зажимаем 4-ю струну на 2-м ладу. Также к этой конструкции мы добавляем с вами 2-ю струну на 1-м ладу, и получается аккорд Фа. И 5-й аккорд, аккорд G, мы зажимаем с вами 3-ю и 1-ю струну на 2-м ладу, а 2-ю струну на 3-м. Еще раз. Получается ДМ, Е7, АМ, Фа и G. И поэтому ставим этот аккорд таким образом. Пеппа, что это у тебя там такое? Это же мой новый сборник по укулеле для начинающих и продолжающих. Где вся нужная тебе информация написана без лишней воды и сделана все в виде картинок. А если еще навести телефон на нужный QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а если ты себе захотел точно такой же сборник, то ссылочка в описании. Теперь, какая последовательность аккордов у нас с вами будет? ДМ, Е7. А, М, Фа. Дальше. Д, М, Е, 7, А, М. И вот теперь тут играем G. Вот такая последовательность от начала до конца у нас крутится и в куплетах, и в припевах. Теперь, как мы будем с вами играть первый куплет? У нас с вами будет следующий рисунок. Мы играем 4-ю струну, а 3-ю, 2-ю и 1-ю вместе. Получается 4 и 3, 2, 1 вместе. Так вот, мы этот рисунок в правой руке будем играть 2 раза на 1 аккорд. Получается. Теперь давайте со словами в медленном темпе. Я знаю, ты просто уйдешь, я останусь на зеркале в ванной, размазанным сердцем моей бледно-розовой сладкой помадой. В твоем телефоне контактным знакомым без фотки и фио, прохожей блондинкой, худой тупорылой. Звони телефон, но его почему-то никто не поднимет. Я рву фотографии. Все потому, что на них мы с тобой. Худой холодильник, в котором осталось еще твое пиво. Я его допила и написала о том, как любила. Далее у нас с вами начинается играть припев. В припеве у нас будет бой. Вниз заглушка, вверх, вверх заглушка. Еще раз. Вниз заглушка, вверх, вверх заглушка. По-другому. Такой, знаете, а-ля дворовой. Его мы будем с вами играть 1 раз на 1 аккорд. Скажу сразу, в припеве у нас в каких-то местах будет просто 1 удар вниз, поэтому будь внимательный, я тебе сейчас все покажу. Погнали. Горячий город задыхается от любви. Светофором мы где-то в Москву застряли в центре. Ждем погоду, добавь нам холод. Я жму на кнопку, жду старый лифт, чтобы добраться до твоего 8-го этажа. Мы так хотели влюбиться.
Горячий город задыхается от любви. Светофором мы где-то в Москву застряли в центре и ждем погоду. Добавь нам холод, я жму на кнопку, жду старый лифт, чтобы добраться до твоего 8-го этажа. Мы так хотели влюбиться, но нам хотя бы не подраться. Заметили, да? Давайте сейчас еще раз я тебе скажу, что там делать на предпоследней строчке. С момента, то есть последние 3 строчки, чтобы добраться до твоего 8-го этажа. Мы так хотели влюбиться. И вот на Е7 я делаю 6 ударов коротких вниз. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. И на М. Давай еще раз. Чтобы добраться до твоего 8-го этажа. Мы так хотели влюбиться, но нам хотя бы не подраться. То есть вы можете сделать просто. А можете немножечко его приглушивать, как я вам сейчас показывала. Давай еще раз покажу, что имею в виду. Чтобы добраться до твоего 8-го этажа. Мы так хотели влюбиться, но нам хотя бы не подраться. То есть вы можете делать короткий удар, а можете вообще это не делать и просто играть. И оп-оп-оп-оп-оп-оп. Какая красота. Короче, суть понимаешь, да? Если делать хочешь фишки, делаешь удар вниз, чуть-чуть переглушение. Можешь сделать без этого, можешь просто играть. Во втором куплете мы с вами продолжаем играть этот бой. То есть вниз заглушка, вверх, вверх заглушка. Единственное, на какие-то моменты там будут удары вниз просто без боя. Вы можете это делать, можете не делать. Если что, сейчас все покажу. Погнали. Зачем мне сигареты, если я люблю тебя? Просто мне нужен ты, дождь. Знаешь, так сложно жить с тобой рядом, но без тебя. Но ты не поймешь, мокрый асфальт на пустых диалогах. Мне бы просто обнять тебя в другую погоду, показать тебе, что будет, когда во сне увижу, и рассказать, что я тебя люблю и ненавижу. Скажи, зачем мне сигареты, если б у меня был ты и другие проблемы? Скажи, зачем нам светофоры, если б не было машин, и мы с тобой летели, но я опять бегу по тротуарам тебе навстречу вечером в воскресенье, чтобы сказать тебе, как же я долго ждала теплый поцелуй на моей холодной шее. Вот так вот. Ну, а дальше у нас с вами снова начинается припевчик, который мы уже с вами только что выучили. Кстати, если вы хотите сделать разнообразие во втором куплете, или же наоборот, вам неудобно играть глушением, то вы тогда можете просто играть бой шестерка вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вот. Это во втором куплете. Ну, а в припеве мы обязательно должны играть вниз заглушка, вверх, вверх заглушка. После второго куплета у нас с вами идет опять же самый тот же припевчик, который мы только что с вами выучили. Ну, и в конце есть такой проигрыш, который мы просто играем. Падамс. В принципе, песня разобрана, а теперь, если у тебя остались какие-то вопросы, то можешь пролистнуть, посмотреть, там что где непонятно, и иди учить играть эту песню. Разбор на укулеле. Если тебе понравился этот видос, то обязательно поставь свой лайк, подпишись, пожалуйста, на канал, если до сих пор не подписан, потому что у меня очень много всякого укулельного есть. Ты прям залипнешь, я тебе обещаю. А также хочу напомнить, что ты можешь предложить свой вариант разборов песен и мелодий. И может быть в следующий раз мы научимся играть именно твою песню, кто знает. Для тех, кто хочет показать мне свои укулельные старания, все очень просто. Учишь любую песню и мелодию с моих разборов, выкладываешь себе в Инстаграм. И самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы я тебя увидела, заметила и дала обратную связь. А для тех ребят, кто хочет поддерживать в финансовом плане выход роликов, то вы можете задать мне любую сумму на Донаталерс, или вот купить сборничек, или подписаться на Бусти, вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это, взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну, а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.